В России стартовала агропромышленная выставка «Золотая осень-2020». Приурочена она к празднованию Дня работника сельского хозяйства. Традиционно в выставке участвуют и Северная Осетия. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. Но и здесь есть свои плюсы. Это даст возможность большему числу людей познакомиться с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса. Посмотреть экспозицию выставки можно на специально разработанной интернет-платформе «Золотая осень2020.рф». Все регионы России представят свою продукцию, сельскохозяйственную технику и оборудование в режиме презентации. Цель выставки – налаживание торгово-экономических связей АПК Республики между регионами, а также демонстрация экспортных возможностей в регионах. Могу сказать, что торгово-экономические соглашения, которые заключают наши предприятия, они приносят большой результат. Обороты наши увеличиваются, и об этом можно будет уже узнать где-то через месяц. Очень активно участвуем каждый год. И вот в прошлом году мы получили, Министерство сельского хозяйства получило награды. Сельскохозяйственные товаропроизводители получили золотые и серебряные награды выставки. Правительство республики получило гран-при выставки «Золотой осень» за организацию нашего стенда и участие в выставке. Но будем надеяться на то, что в будущем году мы будем опять участвовать в том же формате, в каком обычно участвуем.